Всем добрый день и добро пожаловать на нашу кухню. Вот только приехали с магазина, из школы. Затарились немного фруктами, так как дети у меня начали есть фрукты. Купила яблоки. Хурму они у меня не особо едят, так что я ее себе. И мандарины. Посмотрели. Говорю, мне 4 мандаринки. Старшая говорит... Почему 4? Я говорю, сколько? 6. Поэтому 6 мандаринок. Купила чернослив для салата. Будем делать на днях салат. Покажу. И чай закончился у нас. Тут обычно берем маленькую для Настены. Тут Валерия говорит, тоже будем на пару есть. Вчера тук улетел в один момент. Насте только хватило чай попить. Сегодня вот еще взяли. Так что тут еще хлебушек. Фрукты наши сегодня. Ну, хлеб это беру я в администрации. Беру еще только тепленький. Сейчас уже, конечно, все холодное. А так охота его откусить, когда возьмешь его горячий. Он прямо аж такой ароматный. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Пока-пока.